Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я хотела бы вам прочесть «Маршак» Самуил Яковлевич «Багаж». Дама сдавала багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вы скандалите в отделении почты. Ну, вещи везут на перрон и кидают их прямо в открытый вагон. Вот и готово, получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, я не знаю, картина. Вы поете, как Федор Шаляпин. Картина, картина, браво! Картонка и маленькая собачонка. Вы женщина Маугли, воспитанная сусликами. Наталья, раздался звонок. Удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно. Утеряно место одно. Вы скрываете от мужа цену ваших покупок. Почему в испуге считают багаж? Диван, чемодан, саквояж, ну, картина, корзина, да картонка. Вы Владимир Ильич Ленин. Товарищи! Товарищи! Где собачонка? А? Вас спрашивают. Где собачонка? Вдруг видят, стоят у колес огромный съерошенный пес. Вы коренная одесситка. Так и схватили его и... Схватили его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка. Вот туда, где была собачонка. Вы цирковой конферансье. Приехали! Приехали в город Житомир. Носильщик, 17 номер, везет на тележке багаж, диван, чемодан, саквояж. Аплодисменты!